Всем привет! Продолжаем снимать обзоры на напитки и спортивное питание. И вновь у нас обзор на энергетик. Энергетик очень крутой, из Германии. Называется Кавза Energy Drink. Вот такой вот интересный дизайн. Витамин, таурин, кофеин написано. Обзор у нас прямо на природе будет. Значит, баночка 250 мл. Ценник составил 80 рублей за 250. Дороговато, но она из Германии. Сейчас посмотрим. Значит, калорийность на 100 мл продукта 48 килокалорий, 11 грамм углей в виде сахара. Стандартная калорийность. Официальный веб-сайт kavza-energy.de. Освежающий напиток, содержащий кофеин и таурин. В состав входит сахар, подкислитель, лимонная кислота, углекислота, цитрат натрия, ароматизатор кофеин, таурин, краситель Е150С, витаминная смесь ниацин, пантотеновая кислота, витамин В6, В12. И производитель у нас Германия. Давайте попробуем. Итак, цвет у нас вполне стандартный для энергии, как обычный энергетик. Состав тоже стандартный. Вот как это выглядит. Напоминаю, что здесь всего лишь кофеин, таурин, стандартная формула. Давайте попробуем. Обычный сладкий энергетик, как за 25 рублей из России. Ничего необычного ни по составу, ни по вкусу нету. Так, сейчас будем дегустировать. Дальше. Дегустация будет довольно короткая, ребят. К сожалению, обычный сладкий энергетик с примитивным составом кофеин, таурин и все. 80 рублей он не стоит, цена ему рублей 20-25 от силы. Ничего вкусного, сладкий, не сильно газированный, слабый по составу. Итоговая оценка 2 балла из 5. Не рекомендую, завышенная цена. Ничего вкусного, ничего необычного в составе. К энергетику он слабый. Обычный сладкий вода с химией и сахаром. Поэтому двойка, мне не понравилась и вам не советую. Ну а мы с вами увидимся в следующих обзорах. До новых встреч.